Привет, друзья! Жизнь Игоря Крутого была полна взлетов и падений, но последние несколько лет выдались для композитора удачными. Он счастлив со своей семьей, а недавно в очередной раз стал дедом. Внука артисту подарил его внебрачный сын Яков. И сейчас Игорь Яковлевич наслаждается времяпрепровождением с малышом при любой удобной возможности. Одно время поклонники всерьез беспокоились за состояние Крутого. Дело в том, что прославленный композитор в последние годы сильно похудел. Первые подозрения встревоженного общества моментально пали на онкологическое заболевание. Однако позднее выяснилось, что Крутой страдает от сахарного диабета. Из-за диагноза ему приходится тщательно следить за своим питанием. Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов. Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест, и при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе, делились в окружении Крутого. С аналогичным диагнозом живет и друг композитора, певец Александр Серов. Это выяснилось, когда артист оказался в больнице с коронавирусом. Тогда исполнитель был в настолько плохом состоянии, что медики готовились вводить его в медикаментозный сон. И тогда же стало известно о сахарном диабете у Серова. Он, к слову, предпочитает не заводить разговор на эту тему. А вот Татьяна Лазарева всегда охотно и открыто рассказывает о своем диагнозе. Много лет телеведущая страдает от язвенного колита. Лазарева, конечно, старается придерживаться специальной диеты, но иногда ей это не удается. И тогда недуг дает о себе знать. Моя ремиссия длилась год. В какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все. Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимые лекарства. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно, призналась Лазарева. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.